प्रति क्रोधः संजातः। तस्मात् कारणात्, пожалуйста, Владимир. По этой причине прольет и затаил гнев на удаление. Сатьям. Кродхаха апи асит, ичха апи ас. Васавадаттайогу вивахаха сят. Кродхаха апи асит, ичха апи асит. Яд удайна Васавадаттайогу вивахаха сят. А кто-нибудь хочет перевести? Кродхаха апи асит. Ичха апи асит. Да, Христина? Может быть, по причине и, ну, то есть и гнева, и желания. Еще раз повторите, пожалуйста. Да, извиняюсь. Из-за гнева и из-за желания. То есть то гнев, то желание, это стало причиной. А хочу обратить внимание, что здесь делает слово апи. Кродхаха апи асит. У него был и гнев. Здесь апи в значении и то, и другое. Да? У него был и гнев, то есть кродхаха апи асит. Ичха апи асит. У него был и гнев, и желание. Чтобы Удайана и Васавадатта поженились. Да? То есть здесь вот это апи после каждого существительного, да, в значении вот такого вот и то, и другое, и третье. Вот. И это, кстати, тоже очень полезная речевая фигура, которую вы можете использовать, ставить апи после того существительного, когда вы хотите вот такой вот список разного, чтобы сказать и то, и другое, и третье, и четвертое. Дорогие, продиотасья, кродхаха апи асит, महती इच्छा अपि आसीत् तस्मात् कारणात् प्रद्योतेन निवेदनं कृतं निवेदनं नाम प्रोज्बा я думаю в моем списке есть слово просьба निवेदनं कृतं но я его сейчас напишу тоже здесь прямо निवेदना